И заработная плата медицинских работников и врачей, и медсестер существенно увеличилась. Вот в тех учреждениях, которые перешли на стандарт, заработная плата врачей поднялась с 32 до 37 тысяч. И, соответственно, среднего персонала превысило 20 тысяч рублей в месяц. Вообще, главным трендом программ модернизации было как бы оптимизация всей системы, чтобы больший объем медицинской помощи оказывался в шаговой доступности от пациента. Нас все меньше и меньше. Сначала сколько нас работало? Человек 8, да, если не больше. Ну, вот да. Я сюда приехала, она сколько работала? Сколько? Две Тамары было. Я. Ты и я. 4. Потом Людмила Степановна. 4-5. Две санитарки. Ну, водитель 7, был тоже. 8 человек. 8 человек работало. Сейчас осталось только 4. Сейчас вообще 3 останется. И у нас, видите, тоже, вот они нам дали план работы. Я должна каждый день принимать по 16 человек. Но я их где возьму? У нас не ходит столько народу. 10, ну 12. А на фоне этого мы же талоны пишем. Сюда не входят ни процедуры, сюда не входят беременные, гинекологические. Все, они на большой раз у вас никто не мало посещений, значит, сокращают. А посещения-то они все равно есть, никуда их не денешь. Ну вот, а направление тебе есть? Или ты без направления туда поедешь? Без направления. И тебе сказали, что возьмут, да? Да, сразу туда сказали. Потому что у тебя тут, видишь, с началом родовой деятельности. Угу. Кошмар. Ты когда поедешь? 18-го. Пятницу. Пятницу? А что не 17-го? Тебе тут 17-е, 18-е написано. А я это, как с братом поеду. Он меня везет хоть сразу на автобус. Ну, удобно. Если схватки будут, то вызывай скорую сразу же. Звони мне. Поняла? Хорошо. До свидания. Сделали УЗИ. Посмотрели и сказали, что она родит в срок, якобы, и приедет хоть только 18-го, в срок родов. Из-за этого ее выписали. Ну, это ж как... Ничего страшного якобы нет. Ну, это рискованно? Да, конечно, риск. Как не риск? У нас вот в настоящее время нету скорой. Это надо где-то, если у меня схватки начнутся, то надо где-то искать машину. Похоже, эти проблемы никого не интересуют. Все, пальчик на ногу. Пальчик. Так, вот. Деньги нужны от пальчика. Ну, он и говорит. И нам тоже. Зубы есть? Кто? Зубки, зубы. Откуда? Нам понятно. Давайте это. Какой хохол. Подстригли, чтобы не потело. Иракист такой. Вот так-то. Ой, там что-то и делают. Сколько вы были у меня? Мы в шале взвешивали, 6400 были, но опять ничего не прибыли. Конечно, ничего не прибыли. Так и есть. 6400 так и есть? Угу. Ничего не и что это ты у нас не прибываешь, мадам? Угу. Завтра питание должны привезти, так что это? Ну так что, это за отпуск? Так, Анютик, да.
Ноги держи, то она шевелится, мне неудобно. Все, держи. Что, даже нигде не крякнула? Даже не верится. Ух, 11. Вот. Все. Вот для маленьких, допустим, прежде чем делать прививку, мы 2-3 месяца сдаем общий анализ крови, общий анализ мочи. Это сейчас не будет лаборантки, им надо будет за 70 километров ездить. У кого машины есть, они все равно, может быть, и съездят. А у кого нету, это на автобусе, маленький ребенок. Это какой дискомфорт получается? А он же есть хочет. Ладно, сейчас памперсы. Посмотрим. Написали письмо, может, еще оставят. Но что-то я сомневаюсь. Вот. Вот сокращение просто попало, и все. И что осталось? 8 дней доработать. И все. Все. Сначала в шоке была, конечно. Потом уж муху говорил дома, не переживай, проживем. Тяжело, конечно же. Каждый день вообще ходишь на работу и раз не нужен стал. Тяжко, конечно. Потом уж отошла от головы. А сейчас уж как-то полегче стало. Настроилась уж все. У нас тут жители-то порядочно, все равно. 3 села рядом, Крюк, Симонята, Коптелы, 1 фельдшерский пункт. С ребятами, с маленькими, вот с такими. Сдать анализы, надо ехать в Шарю, даже не в Шарю, теперь говорят, в Первоуральск. Это вообще дико, оставлять население, детей, пенсионеры. Не у всех же есть машины. Пенсионеры тоже не могут ехать. Больной человек будет стоять в очереди. Там со всего района едут, или еще и не попадешь. Мало ли вот что-то случилось, взять кровь надо резко. Ну вот бывает приступ аппендицита, например. Надо взять срочно кровь, проверить на самом деле, аппендицит это или нет. А забора крови нет, и негде взять. И случить что-то вот далеко ехать, случить что-то в дороге, у человека лопнул тот же аппендицит. Может быть смертельный исход. Вот что еще может быть? Вот и мы все просим, все население, писали письмо депутату, как бы отдали, но не знаю, почему-то никаких действий не предпринимают. И говорят, что от них это даже и не зависит. Якобы это где-то там, в Первоуральске, составляют вот эти, как они называются, это сметы, или как они у них там, от количества людей. Если меньше 700 человек или там тысячи, значит, мы не имеем права иметь тут на фельдшерском пункте ни медиков, ни лаборанта. Но мы же люди. И тем более село, ну как, вообще и так обижены, ни дорог зимой, ничего нету, скорой помощи нету, машины самой нет, это как? Это ведь ужас. На таком расстоянии от района, считайте, вот 100 километров туда, 100 километров обратно. Это просто ужасно. Неправильно, я думаю. Я начальник почты, была я фармацевт по образованию, в свое время точно так же закрыли аптеку. Сейчас люди вот так же страдают без таблеточек. Варежки одела? Нет. Одевай. Давайте. Пойдем. До свидания. Сейчас вопрос идет о том, что не только ставку медсестры сокращать, но и вообще сокращать 1,5 ставки работников ФАПа. То есть фактически мы остаемся на минимуме медицинского обслуживания. Но учитывая, что вот у нас сегодня 104 ребенка в школе, ну 106 уже со вчерашнего дня, 56 детей у нас в детском саду, то есть все-таки оставить такое количество людей, я не знаю, сколько сегодня людей пенсионного возраста, достаточно много, можно сказать, это, наверное, процентов, ну где-то 40-то точно есть. И вот такая категория людей сегодня останется, можно сказать, на минимуме медицинского обслуживания. То есть, мы остаемся без лаборанта, да? Без лаборанта. Это чтобы вот просто сделать и анализ общий даже. Вот. Сестры, то есть анализ выполняла и физпроцедуры. Вот, и у нас просто сделать ребенку анализ общей крови или гемоглобину выяснить. Нам нужно вести ребенка маленького, теперь в Шалю. Новорожденного. В Шамару. Даже в Шамару. Это нужно отпроситься с работы. Будут ли они нас принимать или не будут? Вот это надо
родителю отпроситься с работы, это нужно ребенку вот по такому морозу потащить в шамары, еще неизвестно с чем, потому что рейсовые у нас ходят утром, вечером. Это вот, это вообще не какое-то отношение к людям. Вот выживите, выживите, не выживете, ну и Бог простит. Работает программа возрождения села. В кавычках, да? Все закрывает, школу сокращает, больницу сокращает, все убирает. По всем телевидениям, по всему каналу, по всем, какие есть. Программа возрождения села. Так и есть. Мне вот хотелось бы задать вопрос. Неужели мы должны устраивать забастовки? Вообще стоять, какие-то действия проводить, меры какие-то проводить? Неужели элементарно подумать нельзя, что невозможно жить без медицинского обслуживания или вообще даже об этом вопрос не должен стоять? А мы еще что-то решаем. Не знаю даже. Если закроют маленькие пункты, то, естественно, районная поликлиника и сейчас не может обслужить, а потом и тем более. Даже если мы и доберемся утром, нам не попасть просто. И не только нам, и из других населенных пунктов. И тогда действительно останется людям только болеть и умирать на местах. Уже 70. Все. Давление сейчас померим еще. Угу. Жалобы есть какие-то? Нет. Так. На анализы полностью сдавать, обследование перед декретом. Значит, вот эти вот анализы сдашь в шале, потом на прием к гинекологу, потом придешь ко мне. Это из вены, да? Из вены все. Да, из вены. Шприц с собой. Это все эти на кровь подать. Да, мочу, ну, остальное все там тебя сразу возьмут, все из вены и сделают. Угу, все. Ой, надо идти мне еще. До свидания.
Слушайте, лишь бы потолок сейчас не отпал вот это. Или уже оторвать Фаилана, я даже не знаю. Вода сверху. Горячая вода, это с потолка ведь, это же вся вот грязь, это сейчас. Я уж не говорю тут, ой-ой-ой-ой-ой. Все мои документы. Ну что, грязь вот гульная. Самое страшное. Ой, Фаина Ивановна, представляете, это надо будет все мыть. Ужас. Ой, кошмар. Ну что, рвется все. Нет, да я даже не буду трогать. Все записочки это. Я даже не знаю вообще, что будет. Вот это теперь, конечно, не высушить, я не знаю. Долго и упорно, тем более там впиталось. Как говорится, в хороших традициях все для людей. В итоге сейчас мы вот... И вот я поэтому боюсь электричество-то включить. Ой, кошмар. Это терпение человеческое просто, наверное, настолько безмерно. Или уж так не привыкли жаловаться, что нанимают машину где-то, едут там как-то что-то. Вообще, вот только диву даюсь. Но это еще ладно, но вот без лаборанта. Вот. Ведь это же люди. Это же ведь не просто так. Вот я понять не могу, великие ли деньги здесь, чтобы вот, как говорится, стоили вот этих слез. Просчитать-то, сколько у нас в год выходит? Ну, пусть даже 4-5 тысяч в месяц. Это ведь не в городе, когда там от и до принимают. В любое время вызвали, и вышел человек. Потому что надо фельдшеру, допустим, в шалю везти, не везти. Она пришла, сделала быстренько анализ. И вот в голове не укладывается, как там наверху, я все говорю, небожители, ну ради бога, пусть они там, как это сказать, стараются что-то рациональное вроде как придумать, но они совершенно не видят, как люди живут на земле, они даже не представляют, что это такое. Если оптимизируется, ну действительно, как говорится, как одеяло, да, передергивается, в чью-то сторону передергивается и оголяется деревня. Ну, я считаю, это не от большого ума, однозначно. И грош цена таким руководителям, которые на самом деле не понимают, что жить-то хочется всем. И здоровье поддерживать тем более. Давай, иди сюда ко мне. Ой. Что-то низко, иди сюда. Она... Ой, давай, это что? Петровна. Давай, дыши. Поворачивайся. Не, это кашель-то приступ у меня. Кашель не лающий? Перестает, он кашляет и кашляет. Не один день держит. Не мерил температуру? Не мерили? Я не знаю, если она мерила, нет. Я же на руки.
Вот, мама-то жалко нету, чем лечить ее? Что шум в сердце появился? Нет. Какой-то шум в сердце появился. Беременна женщина из рощи, деревня Павловлы есть, Платонова, приезжают, платят денежки, в очереди стоят по 2, по 3 часа и снова уезжают. 3 дня они не попали к гинекологу, опять нанимают такси, опять едут. Жалко нам таких женщин. Ну как эту проблему решить? Все это под знаком вопроса остается до сих пор. За последние 5 лет не выше, а ниже идет. Не для больных, не для народа, а наоборот. Как. Вот такие дела. За 2 года сделано очень много. Количество больных, которые у нас получили в регионах высокотехнологичную помощь, увеличилось в 4 раза. С 34 тысяч до более чем 120 тысяч в декабре 2012 года. То есть это колоссальный рывок. Акцент. В 2013 году мы планируем сделать именно на модернизации детского здравоохранения и системы родовспоможения. Но этим не ограничимся. Это будет приоритет. В то же время у каждого региона, как вы правильно отметили, есть свои нюансы, свои особенности развития и свои проблемы. Поэтому с каждым регионом мы будем составлять программу на 2013 год, и регионы будут защищать соответственно, основные направления, по которым они хотят запустить модернизацию.